Чувашское отделение Сбербанка России подвело итоги конкурса среди СМИ. Лучшим журналистам, освещавшим в течение 2013 года финансовые и экономические темы, вручили премии. Торжественная церемония прошла сегодня в Чебоксарах в Музее сберегательного дела. Одними из победителей и обладателями премии Сбербанка в этом году стали и наши журналисты. В этом году на конкурс было прислано 16 работ. Организаторы отметили, что их количество, а главное качество, радует год от года. Для нас крайне важно, чтобы жители республики через средства массовой информации максимально объективно и открыто получали ту информацию, которая им интересна по работе банка. Константин Киргизов признался, что каждую работу оценивала специальная комиссия, среди которых были сотрудники Мининформполитики Чувашии. Решили места не присуждать. Каждый финалист конкурса «Деловое перо» удостоился приза в отдельной номинации. Отметили сегодня и труд журналистов национального телевидения Чувашии. Дипломы, денежный приз за лучший видеосюжет вручили редактору Галине Титарчук.